Я предлагаю начать на стройке вот этих правых виджетов, да? Давайте, чтобы мы видеть картину полностью во второй вкладке. Ну давайте начнем вот с этих преимуществ, да? Ну, допустим, третье преимущество это было, можно назвать как, в общем, в консоли открываем виджеты, и нам нужно вот этот secondary sidebar правый, открываем, и тут, видите, вот эти все преимущества приведены. Еще раз, первое преимущество, это можно про качество написать. Вот тут пишем, здесь пишем, высокое качество, стопроцентная гарантия качества. Давайте сохраним изменения и посмотрим, как что все поменялось или нет. Давайте наберем высокое качество. Кстати говоря, вот эти, дальше идет иконочка, вот фа, это иконки. Иконки эти можете взять маркировку на сайте Фонд Авесом, ссылка на этот сайт будет в описании. Вот, дальше. Подарки клиентам, например, да, можем. Здесь напишем мы. Кстати, здесь убираем заголовок. Качество, высокое это качество. Здесь подарки. И здесь пишем всем клиентам. Далее. Что третье у нас кофе. 24 на прием заказов. Давайте сохранимся, обновимся. Допустим, можем акции вот здесь дальше поставить. Акции для клиентов. Сервис лучшие условия. Вот, все, мы настроили этот блок. Дальше это будет блок, ну, можем показывать вашего менеджера, да, нашего менеджера. Давайте свернем этот блок. И вот следующий, вот. Ваш менеджер. Подробнее. Ссылка на... Можно поставить ссылку на страницу «Контакты». Сейчас поставим «Контакты». Вот, ну, так. Вот, а также можете различные ссылки на иконки, то есть здесь ставите, подключаете иконку сайта Фонд Авесом, а здесь ссылку на эту иконку, там ВКонтакте, вот можете все это выставить и сохранить изменения, да, а вот здесь мы в описании мы можем написать «Поможет». Вам. Так. Давайте сохраним изменения. Но опять же, мы потом это можем дизайн подредактировать, да? Или можем не дизайн, а вот смотрите, сейчас я открою этот сайт. Вот этот сайт, да? И тут есть раздел иконки. Заходим в иконки и здесь прямо набираем ВК. ВК, вот эта иконочка. И вот вам нужно скопировать вот эту часть кода, ФАВК. Дальше мы возвращаемся на наш сайт, да, допустим, сюда ФАВК мы вставляем, да, и можем еще Инстаграм, да, вставить. Но это уже на именно на соцсети этого менеджера. Инста, ну, вот Инстаграм. А давайте сохранимся и посмотрим, выйдут они без ссылок. Ну, вот сюда ссылки нужно вставить на личную страничку. Ну, пожалуйста. Ссылочки все есть. Далее у нас следующий виджет, это какая-то это посты идут. Сейчас мы посты, store updates, блог, три поста, пост шоу, да, мы выбираем, что это пост, все посты, да, и если есть категория постов, то можете выбрать категорию. Сейчас там одна категория без категории по умолчанию, и вот все посты сохраняемся. Давайте сразу сейчас перейдем в записи. Все записи. Тут три записи. Вот этот базовый Hello World удаляем. И просто давайте для примера картинки заменим.
Первый пост открывается у нас. И изображение. Загрузим сейчас другое изображение. Например, ну, какое-нибудь. Неважно на самом деле. Вот такое. Назовем, например. Выходим отсюда. Кстати говоря, давайте обновимся, посмотрим, как будет выглядеть. Ну вот, пожалуйста, информация для клиентов, что будет модно в 2021 году. И вот так вот листать. Ну, давайте изображение. Там буквально назовем. Установить изображение, назовем. Выходим. И у нас, по-моему, еще один пост. Изменить. Заменяем изображение. Установить. Как выбрать кроссовки. Все. Давайте обновимся, обновим страницу. Ну, только вы возьмите одинаковые разрешения для изображений. И вот здесь мы можем, наверное, тут 6 товаров можно. Продукт, шоу-кейс, часы тут. Мы сейчас разберемся с этим. Давайте. Выходим отсюда. Виджеты. Это, по-моему, последний, да, виджет справа? Да, последний. И здесь это secondary sidebar. Вот здесь выбираем. А, это обычная галерея. Кликаем сюда. И мы можем добавить в галерею свои изображения. Да, допустим. Ну, например, у нас там что будет? Джинсы, да? Раз, два, четыре. Ну, к примеру, вот эти четыре товара. Да. Ссылка. Страница вложения. Обновить галерею. Ну, сохранить. И здесь давайте введем джинсы в нашем каталоге. Джинсы в нашем каталоге. Сохраняемся. И вот, пожалуйста, у нас, в общем, правая сторона настроена. Теперь нужно настроить левую сторону. Ну, что тут настраивать? Смотрите. В принципе, левая сторона, это вот primary sidebar, облако меток, не так clouds, а называем бренды, да, а товары назовем топ-продаж. Сохранить, сохранить, ну вот бренды, топ-продаж, search. Ну, search мы заменим вот этот заголовок, через, когда дизайн будем править. То есть боковые мы виджеты здесь все сделали. И в каталог давайте сейчас перейдем. Посмотрю, что там с виджетами у нас творится. А, ну тут все отлично. На главную страницу возвращаемся. Теперь нужно нам именно что сделать, это подправить центр.